Ну вот еще один GCB, тройка. Сказали на пару дней. Ну уже вторую неделю пошла, не знаю. Стекло битое. Ничего особенного. Тоже такой. Правда, немножко. Я знаю, что такие ручки тоже есть. Но первый раз просто попался с такой. Стрела скрипит. Ужас. Не могу привыкнуть к этим. Лапы, рычаги. Кстати, обратите внимание, бывает здесь. Чаще всего здесь. Рука так и дергается по привычке сюда. Но на этом здесь газ какой-то вялый. Но немножко износился, конечно, трактор. Датчик воды не работает на максимум все время. Работали 30 декабря. Это стекло чуть не потерял, раскрутилось. Так, ничего, нормально бегает. Сейчас заглушу. Даже приемник работает. Оторвал ножку в первый же день, подножку. Как запрыгнул своим кабаньим весом, так сразу же и ушла. Ну, подгнившая была. Фирма Ларгус Буве. Есть такая. Кстати, недалеко от моей хаты находится. И, по-моему, туда уже приглашали. Планировочный нерегулируемый. И тоже разболтался. Но кое-как. Кое-как. Даже ящик немножко не такой, какой-то непривычный. ...2003 года выпуска. Ничего. Нормально. Масло еще жрет сильно. Доливаю постоянно. И передний капот весь заляпан отработкой. Пару раз газу дал, прямо клубы дыма плевками. Ну, не новая, не новая вещь. Конечно, уже подряпали. Ничего, нормально. Сказали еще до конца недели. И то, наверное, пересадят на другой, на какой-то липхер полноповоротный. Вот такие вот дела. Крыло это на переднем колесе обдряпанное, обломанное. Ай, ничего нового, все. 3 января 2017 года. Рига, объект Пинти возле инбокс ледовой арены. Или Ледус Халлы. Не знаю, говорят, магазин здесь будет. Сколько этих магазинов по Риге еще надо? Все, пока.